На базах колледжа сферы услуг и Анапского сельскохозяйственного техникума соревновались 40 поваров, мастеров по выпечке осетинских пирогов, ландшафтных дизайнеров и молодых предпринимателей. Последние разрабатывали идею сувенирной продукции для Краснодарского края и Анапы, за что получили высокие оценки от экспертов. Оценку отлично получили и площадки «Ландшафтный дизайн» и новая компетенция виноделия, которая, возможно, получит дальнейшее развитие в главном финале страны. Повара также достойно представили свое направление. Участникам предстояло приготовить 6 блюд. Причем изюминкой были блюда с рыбой. Упор делался на дары Черного моря в рамках развития в нашем регионе нового направления «Черноморская кухня». Эксперты отметили, что все блюда молодых профессионалов получились по-настоящему выставочными. У нас было 42 участника. Из 42 участников в финал вышли 10. Вот. И из 10 участников мы должны выбрать одного, который дальше поедет на соревнования, который будет соревноваться с поварами или с обучающимися из других профессиональных образовательных организаций. Вот. И их будет 76. Из 76 нужно будет отобрать 15, которые будут участвовать в национальном чемпионате, то есть чемпионате Российской Федерации. Это очень высокий уровень. Во время проведения чемпионата ученики 29 анапских школ побывали на мастер-классах, посмотрели на работу своих старших товарищей и, возможно, кто-то выбрал для себя будущую профессию. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. Впоследствии из него сформируется команда, которая будет отстаивать честь российского флага на мировом чемпионате в Абу-Даби с 14 по 19 октября.